В этом видеоролике мы с вами поговорим про модификации, которые, на мой взгляд, кажутся самыми-самыми интересными. Мы не затронем графические модификации, добавляющие оружие, машины или еще что-то. Это глобальные модификации для GTA 5, которые я считаю топовыми. Всем привет, с вами Готик и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Жизнь банды. Мод появился очень давно, но каждый день развивается. Он добавляет систему воин-банд из GTA San Andreas во всей ее тактическо-территориально-захватческом великолепии. Близко следует духу оригинала, но тем не менее имеет свои дополнительные фишки. Каждая банда носит свой цвет, должна оборонять свой флаг. Флаг можно переносить, для перевозки есть отдельные командные автомобили. Если становится совсем жарко, всегда можно вызвать подкрепление с земли и с воздуха. В итоге все довольно хаотично, особенно когда за один кусок земли дерутся... сразу несколько банд. GTA 5 Real Life. Мод на реальную жизнь. Real Life мод позволяет сделать GTA 5 более реалистичным. Теперь все улицы будут патрулироваться копами, поэтому совершать преступления будет гораздо сложнее. С данным модом вам придется водить более серьезно. Это означает, что если вы проедете на красный свет, рядом будут копы, за вами объявят розыск. Улицы будут патрулироваться копами, следовательно, вам сложнее совершать преступления, ибо на вас сразу нападут полицейские. Законом запрещено носить с собой оружие, поэтому если вы возьмете в руки оружие, то люди будут нервничать и кто-то может даже завязать с вами драку. Добавлена такая система, что замедление времени будет активироваться автоматически в зависимости от ситуации. Например, вы ведете перестрелку и спрятались в укрытие. Когда вы будете выглядывать из укрытия и стрелять, время будет замедляться. Как по мне, это не очень реалистично, но все-таки добавляет некую фичу. Также можно включить функцию синхронизации времени с вашим компьютером, теперь играя ночью, в игре GTA 5 будет также ночь. Мод Real Life постоянно развивается и позволяет вам окунуться полностью в мир GTA с реальными проблемами и совершенствоваться. То есть устраиваться на работу, соблюдать закон и порядок. Зомби-мод для GTA 5. Зомби – всеми любимые и неотъемлемые представители постапокалиптического мира. В результате заражения человечество поглотил вирус, который превратил людей в зомби. Мозгоеды не осознают ничего и нацелены только на одно – убивать живых людей. Желаете ли вы окунуться в постапокалиптический мир хаоса? Тогда зомби-мод для GTA Zombie Z на ПК именно для вас. Модификация добавит в игру реалистичных зомби, которые не дадут вам покоя и вашим друзьям. Научитесь выживать в настоящем конце света. Главные особенности модификации. Зараженные могут сбивать вас с велосипеда. Реалистичные текстуры людей с кровью и физика моделей. Исправлена ошибка с уровнем розыска предыдущих версий мода. Вирус не реагирует на ваших друзей по команде. Включены черные выходы. Выстрел оружия привлекает еще больше заражений. И многое-многое другое. GTA 5 мод на полицию. Los Santos Police Department быстрого реагирования. Это модификация для ПК-версии GTA 5, которая превращает игру в симулятор правоохранительных органов, позволяя вам работать полицейским, тем самым выполнять остановки водителей на дорогах, участвовать в скоростных погонях за правонарушителями и навязывать закон по вашему усмотрению. Вообще кайфовый мод, так как у нас сейчас идет неделя полиции в GTA, в нашей банде. Подписывайся, кстати, и вступай. Тем не менее, это мод, позволяющий развязать руки полиции и делать то, что вы посчитаете нужным. Проверять документы, предотвращать ограбления. В общем, мне кажется, что это самый лучший мод, на мой взгляд.